Плохо сказаться. Вот советуется арбитр в поле с буквым помощником. И сейчас, если Куршунова удалят, это очень плохо. 10-минутное удаление может последовать, а может быть и хуже. Зовет 9-го номера капитана и хукера. И капитана Португалии. I'll tell you exactly what the touch judge has told me and how I'm going to deal with both players, but I'll deal with them both separately. Okay. First of all, we've got this player holding the nine on the floor, stopping him getting to the next breakdown. So that will be a yellow card. Please leave the field. Синбин. You cannot lash out with a foot. Okay. Для сборной России. Ну и чтобы не очень перегревалась на обстановка на поле, вполне справедливо, на мой взгляд, арбитр точно такую же желтую красивую карточку демонстрирует 9-му номеру сборной команды Португалии, как я уже называл, Эммануэль Ребелло, 81-го года рождения. Ну, знаете, постарше он даже Владислава Куршунова, я что-то так подумал, моложе он должен быть, но Куршунов 83-го.